потому что он свидетель меня. Был такой образ, образ Чоча. Чоча – это деревенский балагур, который, кроме юмора, успевал еще делать какие-то времена, творить. И вот когда у меня спрашивают, Чоча, а как дела нынче? Мин тея, типа, помин, тея, радова. А Чоча, как балагур, отвечал, за что вы в наших деревнях, в наших домах все в порядке. И перечислял, как насекомые выполняют домашние функции, кук, ведем, тунг, петух поехал с водой и так далее. И он позволял себе сделать заключение, кай крадолжит тегету, кай крадолжит тегету, лача ожила верету, икна ожила сейшту. Когда работа все сделана, Вепси очень любил и созерцать, глядя в окно. Об этом наша следующая песня.